Ну что, наконец-то я сделала себе такую классную причёску. Пойдёмте кушать суши. Наконец-то мы пойдём кушать суши. Так, а что тут? Что тут? Здравствуйте, вы снова к нам? Ой, нет, мы у вас уже были, спасибо. А что у нас здесь? Вот, бабушка, вот, мы наконец-то пришли на этот этаж. Ура, я так счастлив, что мы дошли до этого мороженого, пирожного, до суши. Да, бабуленька, мы так долго с тобой сюда шли. Так, ну и что тут интересного? Деньги-то я все потратила. О, как потратила? Ну вот, прическу сделала, купила себе украшение вот это на шею. За деньгами опять надо идти на банкомат? Пошла я. Нет, бабушка, мы тебя одну не отпустим. Мы с тобой, мы тебя уже один раз потеряли, поэтому мы с тобой. О, вот здесь есть банкомат, смотрите. Так, ты пока подержи мое украшение, я возьму денежку. И мы пойдем. Ну, наконец-то мы сюда попадем. Да, ура, здравствуйте, тетушка. Вы нашли свою бабушку? Да, вы знаете, мы ее долго искали. Она была на первом этаже. Мы ее еле нашли. Здравствуйте, мои дети хотят суши, смуши, карапуши, какой-то попкорн. Найди вам денежку и накормите нас. Ой, как замечательно. Проходите, присаживайтесь. Бабуля, суши не здесь. Суши вот там, в другом магазине. А что же делать? Я ей уже деньги отдала. Бабуленька, забери у нее деньги, пойдем суши кушать. А я мороженого хочу. Мороженое как раз здесь. Дайте мне мороженое. Конечно, конечно, я вам сейчас все дам. Я вас угощаю. У нас сегодня одно мороженое покупаете, второе в подарок. Ух ты! Давайте, я тоже буду мороженое. Если покупаете два мороженого, то два в подарок. Я два съем, давайте. Так, это вафелька вам. Это бабуле вафелька. Это вафелька мальчику, это девочке. А еще одно бабуле в подарок. Сейчас я вам накладываю. Какое вы хотите мороженое? Я люблю клубничное. Пожалуйста, клубничное. А я лимонное люблю. Лимонное люблю. Да что у меня, бабуля? Держи свое украшение. Я лимонное люблю. Вам лимонное. Ох ты, клубнично-лимонное. Бабушка, ты съела мое мороженое. Ой. Я даже не заметила как-то. Ну, дайте нам еще там. Вы же говорили, у вас два. Лимонное. Ну, да быстрее. А? Я так хотел мороженое. Бабуленька, а мне будет мороженое? Конечно, внученька, бери. Я денежку уже заплатила. А я хочу голубенькое такое. А? Да, вы съели четыре мороженого. На все денежки, но вы можете еще взять себе какие-нибудь фрукты или пончики. Да, я пончик хочу. И я хочу пончик. А мне два пончика, пожалуйста. Бабуленька, тебе плохо не станет. Ты съела два мороженого, сейчас два пончика. О, и это мы хотим, и это. И вот это. Вы сейчас все съедите в магазине, а деньги вы не заплатили на все. Как это не заплатили? Мы отдали вам абсолютно все деньги. Ну хорошо, хорошо, кушайте, что хотите. Хотите сок виноградный, яблочный, морковный? Я люблю такой сок. Вот бабуля выпила пирожные. А, пирожные, все хотят пирожные. Ух ты, сколько тут вкусного. Я сейчас лопну уже, в меня не влазит. А суши мы пойдем есть? Ну, пойдемте суши есть. Ну, давайте суши покушаем. Дорогие друзья и подружки, это видео имеет продолжение. Смотрите следующее видео.